Следователями Следственного комитета России продолжается осмотр места происшествия, места ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Херсонской области, автомобильного моста в районе села Чангар. Осмотр места происшествия ввиду значительной площади поражения займет значительное время. Однако, по предварительным данным, удар был нанесен ракетами по производства Франции, о чем свидетельствует надпись на заводской табличке изготовителя ракеты, обнаруженной в ходе осмотра места происшествия.